чувствую себя хорошо. В отличие от дубля, тут скорости, конечно, другие. Все немножко по-другому. Сильнее команды, сильнее наша команда. Наш состав и коллектив очень хороший. Меня поддерживают все причем. И русскоговорящие, латышскоговорящие, и иностранцы все очень хорошо меня понимают и поддерживают. Да, чем больше ты играешь на поле, чем больше ты выходишь, тем больше у тебя самих этих моральных сил, которые ты можешь показать на поле. Ну, тебе легче просто играть. Первые игры намного сложнее, потому что ты первый, ты новичок в этой команде, и очень сложно встроиться в команду. Соперник... Не сказал, что было очень сложно, но просто, наверное, вот наш второй состав, который сейчас вышел, он не сильно сыгран. Молодые ребята, как и я, так и остальные, Никита... Мы не сыграны, поэтому не особо получилось в первом тайме. Во втором тайме немножко получше было, по-моему. Но я пришел еще тренироваться уже прошлым летом, поэтому немножко легче строился этой зимой. Поэтому мне было полегче. А вот Кристеру и остальным, Данику, им, наверное, посложнее было. А поедешь с командой на сборы в Турцию. Что это для тебя значит? Тоже такой новый вызов? Да, это 100% новый вызов. Я никогда не был за границей в каком-то лагере, причем в Турции на 3 недели.